Держись, братан, блядь. Нас не заметили. Ебаные фараоны, блядь. Бля, кажись, услышали. Бежи, братан. Уезжаем от полиции, давай. Тарань полиция. Машина тарань. Сейчас главное, чтобы мусора сюда не приперлись. Так, не А чё, Андрюха, как запись включать?
Че, еще раз? А я говорю, как запись включить? Все, понял, понял. Обидненько. Да, топ что-то с заказами хуёво. По-любому мусор с той стороны где-то стоит и смотрит, чтобы никто не заехал. А здесь неизвестно. Кто? Кто? Нет, я вижу зеленую. А спереди там? Давай я сейчас разгоню со всей дури, мы ёбнем. Да не, мне кажется, под крепу пошел брать. Может, он все это запечатлел, номера наши там. Да, не мог. Все, поехали по местам, блядь. За клиентами. Что делать вообще? А что делать вообще? Я только что зашел. Тебя скоро забанят, Ты что, дурачок или что? Вообще, это просто забудь, это просто, я не знаю, что они делают. У них просто проблемы с головой. Довезите меня до электростанции, пожалуйста, или леса. Вот по таксисту, да, я тут прости, они слишком такие у нас ездаки очень крутые и попросили.
чеченцы. Struggle, love, redemption, and hot morons. Tragedy equals comedy if you give it enough time. Rehab Island. We put Darwinism into the ultimate struggle as people battle addictions and each other.
Кто стрелять должен, че? Ну и че? Че он должен начать строить? Такси, стой пока. Да-да, и сюда там просто сошел. Ага. На новый сервер пойдешь? Ну, плановый вылет. Давай-давай, поехали. Давай, быстрее, меня не спеши. Че? Алло, у меня внеплановый вылет тут был. Да я понял, сейчас я вот после парковки машину возьму и подъеду. Угу. Все, давай, доски. Зашел, подожди.
Ты че по встречке летишь? Ну. Гандон вонючий. Because nothing impresses people like having hobbies. I want to get that outdoorsy vibe, but I'm not an outdoorsy person. I really hate nature. Nothing impresses people like Kravitz. The outdoor outfitter короче, типа, где этот торговый центр? Ну ты, типа, скинь себе бесплатно, я тебя перекину сейчас Добрый сэр, подскажите, пожалуйста, цену проезда до этого самого, до электростанции. А 200 там будет? Хорошо, я могу садить вам. Я тебе косарь, если что, запучу. А что они там делают? Ну, копы. Просто выгоняешь, что ли? Чё вы здесь стоите? Блин, ты мне не убрал, короче. Слышь, ты мне не убрал. Чё? Хорошо. Блин, я, короче, просто утонул, тачку там оставил, капец, видно. Ну, я там почти там. Спасибо. Куда ты едешь? Что там, сколько накапало? Ну, должно было бы 600, да? Ну все, ладно, давай, короче, я побежал тогда. Можешь не перекидывать.
Спасибо. Что я скажу? Привет, сейчас. Хорошая посадка. Нормально не слышишь, да? Просто я сегодня купил наушники, поэтому спрашиваю. Ну нет, все нормально. Ага. Ладно. А ты знаешь парковка, который свободен? Просто мне надо арендовать машину, но нет свободной парковки. Ну. Да, я знаю эту цену, просто сейчас у меня нет денег такой. Сегодня? Сейчас я тоже пойду на работу.
Спасибо, брат. Да.